форплей, то делаем прически, да, Данюш? Мой. Твой набор? Да. А открывать будем его? Да. Смотреть, что там внутри? Там здесь. Вау. Ух ты! Чего у тебя тут такое-то? Ну покажи. Так, вот такое вот что-то у тебя, да? Вот такой-то плейду мне покажи. Плейдошек у тебя здесь 4 штучки, да? Смотри, у нас вот такой темный цвет, он практически коричневый. Вот такой розовенький, беленький. И вот еще вот такой прям ярко-ярко насыщенно розовый у нас есть цвет. Вот, 4 штучки плейдошки у нас. Тоночка, расправляю ее и ложи вот сюда. Так. Теперь дальше смотрим по нашей картинке, что нам надо сделать. Мы берем синюю вот такую штуку, подставку. Ой, Анечка, помоги нам, подержи. Так, мы берем синюю вот такую подставочку, вот она у нас. Теперь должна быть желтая вот такая штука. Ее надо вставить. Правильно, тут сейчас мы ее вставим. Вот так. Так, вставили желтую штучку. Теперь на нее мы одеваем кресло. Вот таким образом одели кресло. Так, мы разобрались, что сначала нужно ножки, то есть сначала подставочку, потом вот эту вот штучку такую желтенькую, потом сидушечку, потом ножки, потом мы вот этот вот колпачок одели с мальчиком, само тело у нас получается. Теперь нам нужно будет, что нам нужно-то будет, а? Теперь мы делаем голову. А, вот как, смотри. Вот, допустим, Данюш, вот сюда, Даня, смотри, вот сюда закладывай плейдо. Бери плейдо вот сюда. Какого цвета ты хочешь, чтобы волосики были? Белый. Давай, и вот сюда его накладывай. Накладывай. Ваня? Да, вставляй туда. Ту? Да. Черный? Еще какой цвет? Давай разные сделаем. Добавляй еще какой-нибудь. Разных цветов, 4 цвета использовал. И сейчас мы попробуем одеть верхушку. Вот она у нас вот такая вот. Ее нужно одеть вот сюда, вот на этот столбик, на само тело. И каким-то, я не знаю, чудом закрутить. Сейчас будем пробовать это делать. Нет, 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 Данечка, Дань, подожди. Крутишь его, во-первых, оно все цепляется, и руками очень неудобно. Во-вторых, действительно тяжело. Ничего не закручивается, ничего не вылазит. А. Данюш, смотри, какой типа по чуть-чуть тут по ёжик прямо сделали. Если у нас девочка такая будет, это, конечно, кошмар. Но мальчик у нас что-то как-то не пошел. Сейчас мы пробуем тут. Мам, так! Как? Ну подожди, у него голова съехала. Давай мы ему голову поправим, смотри. Голова полностью съехала. А, ты срезаешь. Я, главное, ты посмотри, закручиваю, а Данька ему съест. Срезает волосы, да, Данюш? Да. Один. Вот такого вот мальчишку Данилка обрезал. Все, теперь он лысый. Посмотри, ты ему волосы обрезал. Что он у тебя лысый будет? Как они будет? Это на картинке делают в пойду? Я не знаю, как это делается. На картинке, как вот вообще вот такая прическа достигается, какими чудесами. Потому что здесь в реальности это очень сложно и, наверное, невозможно. Подожди, Данилка, а ну-ка дай мне другую голову, давай мам, попробуем. Мам. Здесь две были вот такие вот головы, которые можно накручивать. Вот мы сейчас вторую пробуем, что получится. Ну, как бы тоже ничего, потому что надо побольше. Накладываем. А когда начинаешь придавливать, оно начинает снизу вылазить. Поэтому я вот даже не знаю. Снизу? Да, а ты бери, Данюш, ты бери ножнички. Сейчас будем подстригать мальчика нашего. Так, смотри. Опа. Не, мам. Ну, в общем, да, очень оно, конечно, неудобно и очень тяжело. Не получается никак закрутить, вообще не получается. То есть, если больше, и чтобы оно вылазило, да, оно тогда не накручивается. Вот оно не накручивается все вот такой вот штукой. Вот что это такое у нас. А если меньше, то тогда оно не вылазит. То есть, хоть ты что делай, а тут съезжает голова.
вообще, конечно, вообще. Что-то я прям не знаю с этим парикмахером у нас. Ой-ой-ой-ой-ой. В общем, не получается у нас. Пробовали, пробовали. Давай попробуем другого человечка. Вот то же самое берем. Ножки, тело. Точно так же все вставляем, закручиваем. И сейчас будем пробовать. Давай сюда кресло ставь, мы будем сейчас другого человечка пробовать. Потому что у нас осталась еще вот такая вот девочка, и нам ее тоже нужно украсть. Мальчик у нас не получился, причем абсолютно. Да, Дань? Что-то мальчик не пошел. Давай сделаем ей темные волосики. Берем голову и вот так вот прикручиваем. Ну вот, то есть если мало накладываешь, это прям видно вот очень хорошо здесь, что оно не вылазит практически, то есть почти нет. А вот попробуем больше наложить, да, и какой получится эффект. То есть добавляем, чтобы оно прям побольше было. И вот сейчас прижимаем. И вот смотри, внизу, вот здесь сейчас оно все начнет вылазить. Вот, и закрутить невозможно. Через эти дырочки вылазит очень мало. И ты их руками, когда закручиваешь, ты полностью руками как бы это все, ну, снимаешь. Получается вот, я прям даже не знаю, что это получается. Какой-то хипиш на голове. Мы достанем плейдо и что-нибудь ей тут слепим. Такое, типа, красивенькое. Нет, кепку не будем делать. Знаешь, что сделаем? Сделаем ей красивую панамку. Сейчас мы такую прям, вау. Смотри, она у нас будет прям такая супер-дама. Данюш, смотри, какую я ей шапочку сделала классную. Ну, надо же ее хоть чем-то порадовать. Она же у нас лысая. Вот, и мы в конце разобрались, как, значит, вот сюда в само тело ложится плейдо. Вот сюда вот оно вставляется. Это у нас девочка, это у нас мальчик, мы тоже сюда ставили. И потом не закручивается сверху, как мы изначально пробовали, а нужно одевать вот как бы на это креселко, да. То есть вот оно кресло это, и просто одеваешь, и получается вот оно вылазит. Вот таким образом. Но я должна сказать, что действительно сложно выдавливать, тяжело идет вообще, но идет и получается, и вот классно. В принципе, вот такой у нас мальчишка получился. Я даже не знаю, прям такой он. Сейчас мы его попробуем еще выдавить. Вот, ну пускай будет так. И сейчас мы, вот он наш мальчишка, и сейчас мы девчонку, вот так вот. И девочку мы сделаем ей красоту. Вот оно как пошло, пошло, пошло. И волосики выдавливаются. Красота, да? Да, классно вообще получается. Вот. Но мы сначала не разобрались, да? Да, мы сначала не разобрались, а оказывается, вот как оно получается. Классно. Вот. Надо вот такая ей вот. По-моему. Да, вот такая вот красотулечка у нас получилась. И вот у нее какая причесочка. Что поправь вот это. Вот так. Вот такие вот классные мальчик и девочка у нас получились. Всем пока.